16 и 15 лет колонии получили житель Москвы и жительница республики за растление малолетней дочери последней. Обоим назначено принудительное лечение у психиатра. Третий фигурант дела покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. С июня 2011 по сентябрь 2012 года злоумышленники, находясь дома у 52-летней сельчанки в одном из районов Чувашской республики, по предварительному сговору совершали действия сексуального характера в отношении малолетней дочери последней, снимая происходящее на фото, а иногда и на видеокамеру. Мать девочки, при этом пользуясь малолетним возрастом потерпевшей, убеждала ее в правомерности таких действий. Кроме того, однажды 46-летний сожитель этой сельчанки, который впоследствии покончил жизнь самоубийством, по предварительному сговору с матерью девочки изнасиловал ее дочь. Следователям организовано проведение психолого-диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий с потерпевшей. В настоящее время она определена под опеку родственницы.